Сегодня нам поступил интересный радиомайнер Helltech Indoor Hotspot. Является он сейчас абсолютной новинкой. Работает он в сети Gallium и добывает соответствующую монету. Кстати, ее можно добывать не только майня, но также еще просто за предоставление своей радиочастоты для самой сети. Ну, собственно, это одно и то же. Итак, здесь с обратной стороны у нас написано product name, код, made in China, небольшое описание. Но здесь есть главный пункт LoRa Frequency Band, то есть частота, в какой частоте он работает. В данном случае это европейская, 868. Компания Helltech, она выпускает не только для Европы, а также для Америки, для Австралии, поэтому нужно обязательно указывать. Если вы с сайта заказываете, указывайте эту частоту. Или если вы заказываете у нас, то тоже нужно говорить, в какой стране вы будете его использовать. Далее. Вот здесь сайт написан. Так, приступим к анбоксингу. Так, у нас здесь входит гармошка на двух языках. На китайском и на английском. Сам непосредственно hotspot. Так вот, утоплен он в такой плотный поролон. Поэтому надежно дойдет. Не нужно будет париться, что что-то сломается. Такая красота. Итак, у нас на тыльной стороне кнопка включения. Здесь у нас индикаторы соответствующие. Радиаторная решетка для кулинга. Здесь у нас стандартный Ethernet порт. AC-DC, подключение питания. Type-C для прошивок. Кнопка Reset. И также непосредственно сам вход для подключения антенны. LoRaWAN. С этой стороны у нас есть внешний подключатель для ключа. Ну и все, собственно. На самом аппарате также указываются характеристики его небольшие. Ну и все на этом. Подключить его, к сожалению, мы в Китае не можем, так как он не поддерживает соответствующую сеть. Поэтому наш обзор сводится только к его визуальному анпакингу. Так, европейский разъем. Адаптер. Ну и, соответственно, это подсоединяется в свою соту. Далее у нас здесь входит антенна в комплект на 3 dBi. Если у вас слабый сигнал, то 3 dBi, конечно, это будет мало. То есть свидетелей вы, скорее всего, не увидите. Вам нужно будет подключать дополнительную антенну хотя бы на 5 или 8 dBi. Так, ну, прикручивать мы ее не будем, так как все равно включать нам смысла не имеет. Кстати, хотелось бы сказать, почему именно 5 хотспотов один клиент у нас берет. Потому что это как раз минимальное число, когда можно раскидать в точке, где у вас мало вокруг в соте участников сети. Именно 5 это как раз стартовое количество.